Все блюда нужно бережно упаковать, так, чтобы до медиков они доехали горячими. Алена Арсеева и ее команда подготовили 235 наборов для персонала Одинцовской областной больницы. Мы с благодарностью, на самом деле, мы очень рады, что наши врачи, наш медицинский персонал справляется с этим вирусом. Они помогают нашему миру открываться. Мы уже видим, что начали сниматься некоторые ограничения, мы уже чувствуем себя свободнее, мы не пользуемся электронными пропусками. Все это благодаря нашим врачам, поэтому мы с огромной благодарностью. Витаминный заряд подарил медикам неравнодушный житель нашего округа Стефан Ангелов. Для Стефана привычное дело – помогать другим. Волонтерство прочно вошло в его жизнь. Сегодня мы повторно сделали акцию поддержки медицинских работников, но в данной акции мы задействовали еще дополнительный корпус на Можайском шоссе. Сделай доброе дело, привезти необходимые вещи, например, принтер, который облегчит работу, и многое другое. Ну и, конечно же, цветы для прекрасных дам, которые находятся на страже нашего здоровья. Безусловно, это один из таких важных моментов, именно поддержка нас, врачей, в такую трудную минуту, потому что мы каждый день сталкиваемся с тяжелыми достаточно пациентами, которые, динамика которых изо дня в день может меняться несколько раз в день. Динамика заключается в том, что на утро может пациент быть стабильный, сатурация в норме, температура в норме, в обед может меняться. Пандемия пока не отступила, и у врачей еще много работы. Поддерживать их одинцовские предприниматели обязательно продолжат. А главной наградой всегда будет благодарность в глазах медиков. Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».